парни, давайте все сюда подходим быстренько. Давай, 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 бегом, 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 бегом. Я Павлов Филипп, мне 29 лет, я новый главный тренер Эгриси. Учился одно время в Англии, играл в Австрии профессиональный футбол. На самом деле я не сразу согласился, взял время подумать. Я все-таки считаю себя таким человеком достаточно ответственным, вот, и я понимал, что это большая ответственность прийти главным тренером, особенно после Антона, который оставил после себя очень хорошую команду. После нескольких разговоров, скажем так, Василию удалось меня убедить, что у меня все получится. Вот. Я нисколько не жалею. Вот пока что все идет по плану, все нравится. Уже познакомились с ребятами. Парни, давайте кто в основе, одеваем манишки сразу. Вадик, тебе не надо манишки. Поначалу, наверное, может быть, чувствовалось какое-то такое небольшое, не то что недоверие, я бы сказал, такая осторожность. Вот. В принципе, я в команде уже, наверное, месяц где-то. Вот. Сейчас я чувствую себя, в принципе, достаточно комфортно. Коллектив отличный в Эгриси, хочу сказать. То есть это правда такая большая, наверное, дружная семья. Немножко усилились. Не могу сказать, что пока все позиции, да, закрыли, особенно там, если под МФЛ рассматривать. Вот. По поводу ЛФЛ, вот к нам пришел Ярик Мартынюк. Я очень доволен Яриком, он хорошо себя проявляет в тренировках, вот уверен, что он нам очень поможет. Да, так усиление тоже, естественно, планируем, потому что уровень МФЛ растет, все команды усиляются, в этом плане мы тоже должны, я считаю, соответствовать. Вот. Но при этом у нас есть костяк и есть, скажем так, ДНК Эгриси, вот, что мы должны играть и своими ребятами, и я считаю, что у нас достаточно хороший в этом плане состав. И как бы в центре, когда вот здесь стоишь, да, то есть у тебя перед тобой двое, ты им говори, то есть там, то есть видишь, он сменился позиции, ты его перехватил, говори, да, то есть голосом все время, у нас все молчат. Планы и цели на сезон самые амбициозные, наверное, в ЛФЛ, естественно, что побороться за чемпионство. Есть такие, возможно, некоторые проблемы ментального характера, вот мы сейчас над ними активно работаем. И я уверен, что хороший старт нам тоже даст хороший задел в этом, мы добьемся только положительных результатов. То же самое в МФЛ, то есть я максималист в этом плане, я считаю, что не надо никого бояться, нужно ставить только максимальные цели и, естественно, тоже цель чемпионства. Играем с командой Парма, только вышли, я так понимаю, из первого дивизиона. Хочу сказать, что команда крепкая, если кто-то сейчас приехал там с настроем и думает, что мы тут в полноги сейчас кого-то переедем, то я вас разочарую, такого не будет. Команда достаточно организованная, команда достаточно упертая в этом плане, в хорошем смысле этого слова. Леша в воротах начинает. Играем, в принципе, наверное, можно сказать, два защитника у нас. Серега Коваленко и Кирилл Захарчук. У них там есть такой нападающий, ну, типичный такой ЛФЛовский в возрасте мужичок, который там спину ставит, там разворачивается, вот с ним поплотнее, вот, и забираем быстро подборы. В центре у нас играет опорник Макс Алиев, а справа Вадик, да, с Мичугов выходит. Не приводим, да, Вадику игроков, то есть отдаем мяч во фланг. Там по бровке можешь спокойно обыгрывать, там вправо, влево, куда тебе удобно. Чуть выше играет Глеб Алексеев, Струн, и впереди Кока начнет. Давайте через минут 5-7 выходим на поле. Все, всем удачи. Давайте. От себя добавлю два слова. Значит, во-первых, ребят, помните, как мы выходили из первого дивизиона в вышку? И сразу прыгнули довольно высоко. Команды, которые выходят из первого дивизиона, опасны. От них не всегда понятно, чего ждать. И они вышли, привыкнув побеждать. Если мы боремся за серьезные места, это означает, что у нас есть право максимум на одну ошибку. Вы будете лохи, если сделаете эту ошибку в матче с Пармой. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня вы тоже играли от первой до последней минуты. Тогда завтра мне будет гораздо проще с миром в душе встретить свой день рождения. Спасибо. Так,
Че, по-серьезски, я приехал в машине, и вот, пришла идея такая. Давайте с такими командами, да, с такими командами играть на ноль, потому что, ну, блин, это, в первую очередь, подтверждение класса, а во-вторых, ну, в том году мы, да, одного гола нам не хватило, чтобы быть в тройке. Может, выиграем просто? Ну, просто выиграем. Перейди мне заново, давай, заново. Вчера ехал в машине, чё? Давай просто выиграем, всё. С таким же хорошим настроением, не удерёт. Давай-давай, плотнее, плотнее, в центре! Почему один? Давай-давай, Вадик, в него, иди, в него! Не пались! Серега, передавайте, да, если что, здесь игрока? С Прохором передавайте! Ну вот, начали первую игру с новым тренером. У нас, к сожалению, Филипп не смог присутствовать на первой игре, поэтому мы не стали из нее делать серию. У нас соперник Парма. Это команда, которая сейчас вышла из первого дивизиона, и такие команды часто бывают опасны. Потому что взять хотя бы нас. Вот мы вышли из первого дивизиона и сразу вторглись в число сильнейших. Вот только начали. Давай-давай, парни, темп, еще быстрее играем. Все, они устали уже. Раз, во! Давай сюда! Замена! Все, давай, сразу, да, включаемся, сразу. Ну, посмотрим, у нас сейчас новенький вышел. 1-0 ведем. Я даже не думаю, что нужно как-то это особенно обсуждать, потому что, ну, это логично. Но в любом случае надо, конечно, относиться с уважением к сопернику, потому что 1-0 в ЛФЛ, конечно, это ни счет и не преимущество. Спокойно, спокойно. Быстрее. Опа. Товарищ, я замена, да? Все здорово. 5 минут последних, да? Все, надо Кока чуть поактивнее, чтобы попрессинговал. А вот и гол. Кокиш, сын родился зимой, прямо после Нового года сразу. Я вот все хочу у него спросить, а отчество у сына какое? Ну ведь не Кокович же. Давай, доигрываем тайм до конца, еще забиваем, значит. Женя, ближе к нему, Женя, ближе. Вот и все, здорово. Все, спокойно. А, Лех, быстрей. Вот, все, здорово. На третьего играй. А вот и первый тайм закончился. Ну и, соответственно, что ты меня снимаешь? Где посмотрим, как ребята разговаривают друг с другом. Ну, как я говорил, да, то есть не будет простой игра. И, ну, давайте мы себе проблемы сами не будем придумывать, но такие моменты надо забивать. Я не знаю, я вчера на это смотрел в матче Эгриси Москва, когда там с 2 метров во вратаря бьем. Теперь мы из пустых ворот мяч выбиваем. Ну, сразу агрессивно идем в прессинг, забиваем 3-й, 4-й. Дальше уже будем там замены делать, все поиграют и так далее. Хорошо?
Выходим, как первый тайм начинали. Я говорю, с головой забивай. Так дал тебе как руками. Главное, створ попасть. Ты что, я глаза закрыл? Ты думаешь, я поворотом бью? Сразу отбор! Давай! Активнее в него! Активнее! Иди! Вообще, честно говоря, такого давно не видел. Наш соперник Парма, футболисты, просто друг с другом ругаются на поле. Надо забить побольше. Разница нужна тоже. Надо, ну, минимум там штук 7-8 забивать таким. То есть все вот изумруд, Интер столько забивает как раз. Давай, парни, не сбавляем, да? Давай. Еще. Здорово. Ты сам, Кока, сам. Быстрее, он верующий. Здорово. Ай-яй-яй, хорошо. Зря вы, ребят, друг с другом ругаетесь. Зря вы друг с другом ругаетесь. Может, у вас традиция такая? А вот мы и пропустили как раз. Надо Антону написать, вот там в Аргентине переживает. Быстрее, Макс, набирай. Гол?
принципе, сегодня подпустить было сложнее, чем в первой игре с забытыми, которую мы выиграли 4-0, если вдруг вы не знаете. Но... Ой! Ну что ж такое, в упор головой бьем и не забиваем. Такой ворочек довольно реактивный. На линии хорошо играют у Пармы. Сейчас напишем Антону с приветом. 6-1. Этот гол я бы назвал курочка рябы, потому что дед бил и не забил, баба била и не забила. А потом какая-то мышка бежала, хвостиком махнула, вот и все, и яичко и разбилось. Вот. В роли мышки выступил Петя. Встречай, встречай, он один, встречай! Хорош, все, побежали, давай, струн набирай, набирай, тоже струн набирайте. Вас больше на одного. Здорово. Здорово, Даня, хорошо, здорово. Здорово, Петя, браво. Да, Жень, двигай мяч, двигай. Подбор сразу. Ну, не лучшая наша игра с точки зрения особенно финальной стадии, в завершении. Ну, должны были сегодня по моментам, наверное, ну, больше 10 точно забивать. Вот, поэтому давайте будем все-таки пособраннее, да, наверное, в этом вот отличие таких команд, как там Интер и Изумруд, потому что они им все забивают там по 10, по 15 мячей, да, а мы начинаем что-то выдумывать, перекидывать там вратаря туда-обратно, там по 10 раз его там укладывать. Вот Петя сегодня, да, хочу поставить его даже в пример в этом плане, вышел, просто все, по сути, голы в пустые, там, ворота, да, ну, 4 мяча забил, остальные все забили там по одному, там кто-то вообще не забил. Вот, поэтому давайте где-то надо иногда сыграть попроще, в этом и есть класс команды. Если мы хотим как команда расти, мы должны некоторые действия, да, совершать более простые. Я понимаю, там хочется покуражиться и так далее, я же не против, но чтобы это было не в ущерб результату просто-напросто. Будет просто обидно, если потом сложится ситуация, и мы будем эти голы считать потом и думать, вот надо было забивать там больше. Все, так, всех с победой. Все, все молодцы, готовимся. У нас следующая игра. Секундочку. Еще не все. У нас сегодня два дебютанта, но я думаю, что главный тренер не подпадает под это обстоятельство. Ярик, ну с тебя песня.
Так, ребят, ну ладно, помогите человеку собраться. Давайте, давайте поаплодируем, может быть, в конце концов. Специально для Алексея, нашего вратаря. О, бля, ну что, здесь ага, хотел, хотел, продолжить. Ага. Давай, 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 жги! Забирай меня скорее, увози за стол Мари, и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорее, увози за стол Мари, и целуй меня везде, 18 своя уже. Ердос, ты второй человек, который повелся на эту разводку за всю историю, за всю историю команды.